Вот такой у нас вид вниз. Вот столько мы уже прошли по таким тропам. И вот наша дорога продолжается вперед. Вау, тут так ветрено, смотрите. Так, вот мы шли по нашей тропе. Смотрите, как там красиво видно Лос-Анджелес с обсерваторией. Здесь у нас вокруг нас горы. И вон эти буквы. Знак Голливуда. Но до сих пор не очень близко, до сих пор далековато. Ну, в общем, мы не знаем, как бы решили к нему подойти. Может, как-нибудь подойдем. Так, ну вот мы сейчас прошлись до знака Голливуда. Конечно, он также был до сих пор далековат, не совсем близко. Может быть, мы взяли не ту тропинку, я не знаю. А вот здесь, смотрите, как красиво. Вот такая у нас тропа. Вон там внизу дорога. Обсерватория. Вон там люди впереди тоже идут. Все так одеты по-спортивному, все ходят пешочком. А там были даже такие тропинки, куда можно еще выше, выше города, в горы подняться, но уже как-то неохота нам подниматься никуда. У нас много и в Аризоне гор. Так что мы продолжаем наше путешествие по Лос-Анджелесу. Так, ребят, мы сейчас до сих пор находимся тут же, в окрестностях обсерватории и недалеко от знака Голливуд. То есть получилось так, что первая наша тропа, по которой мы вначале шли, она нас не привела близко к этим буквам, к знаку, как я уже говорила. Но мы почему-то такие прям упертые, мы хотим подойти поближе, и поэтому мы сейчас нашли другую тропу, она более асфальтированная. И мы сейчас собираемся идти, вернее, мы уже не собираемся, мы уже по ней идем вовсю. И мы думаем, что мы приблизимся к знаку Голливуд по этой тропе. Здесь как-то меньше людей, она более спокойная. Поэтому, надеюсь, мы увидим этот знак поближе. Так, здесь не очень много людей. И вот сейчас мы видим туристов. Они тут совершают прогулку на лошадях. Некоторые катаются на мотоциклах, кто-то просто карабкается вот на эти горы. А вот, ой, там вот всякие какашки. Какашечки. Ой. Смотрите, как классно на лошадках. Классно, на лошадочках тоже классно. А у нас нету ни велосипеда, ни лошади. Мы идем на своих двоих. Так, ну вот, мы добрались до знака Голливуд. И мы очень-очень близко. Видите, там прям чуть-чуть нам подняться осталось, и все. Совсем чуть-чуть. Сейчас я покажу. Почему там? Еще не так близко, но совсем уже. Вот они, буковки там. Ну вот мы очень близко подошли к этим буквам. Видите, уже самая ближайшая точка, уже ближе невозможно. И от обсерватории мы примерно проделали 7 или 8 километров. Прошли вот по горам, по долам. Люди там и на лошадях, и на мотоциклах, а мы пешочком. Ну, тут много людей, в принципе, пешком ходят. До букв, я имею в виду, до знака Голливуд.
Сейчас мы делали свои фотографии, видео. Такие довольные, счастливые, что мы сделали это. Все-таки, мне кажется, это довольно-таки уникальное место. Не каждый день ходишь. Мы находимся в Лос-Анджелесе, не каждый день мы взбираемся до знака Голливуд. Поэтому мы решили проделать все эти километры. Полюбуемся на Лос-Анджелес еще раз. И все. Сейчас мы идем назад. И назад нас ждут опять наши 7 километров. Может быть, даже больше. До машины. И мы пойдем посещать другие места Лос-Анджелеса. Нам повезло, что погода была сегодня не жаркая, потому что мы просто спонтанно решили. Мы вообще никуда не собирались. Вернее, мы хотели посмотреть на эти буквы, на знак Голливуда. Но мы думали, что из обсерватории это просто достаточно. Ну, там далековато, конечно, не так впечатляюще, но подумали, достаточно. А потом что-то вот прям как нас, не знаю, что-то прям начало двигать, какая-то сила неведомая. То по одной тропе, то по другой тропе. И, в общем, столько мы тут находили. Но ничего, это того стоит, я так считаю. Ну, а теперь всем пока-пока-пока. Мы идем назад. Спасибо за просмотр. Всем всего хорошего.